Намасте, Сарасвати Деви, Гонгавати Пачарина, Вишеша, Яваду, Пасхатьяна Шакарина. Так, Харе Кришна, дорогие преданные, я рада всех приветствовать, кто подключается. Мы сейчас находимся в одном из подмосковных городов, Путилково. Мы находимся, как вы уже догадались, с Харинамой. Местные преданные очень хотели, чтобы здесь прошла Харинама. Вон там уже вдалеке, видно, снимают. Вот. Так вот, местные преданные очень хотели, чтобы здесь прошла Харинама. Вы, можно сказать, становитесь свидетелем исторического события, потому что в Путилково Харинама еще ни разу не было. Вот она первая. О, нас уже снимают. Святое имя привлекает внимание. Харе Кришна, Харе Кришна. Кирта. Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама, Харе Харе. Гаура Харибо. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Представляете, вот здесь еще ни разу преданные не ходили, не воспевали святое имя, но этот день настал. Отложи все свои дела, какие-то повседневные обязанности, заботы, преданные приехали, чтобы вместе воспевать святое имя для удовлетворения Господа в этот благоприятный день. Считается, что Экадаши, сегодня Экадаши, он неблагоприятен ни для какой деятельности, кроме как для духовной деятельности. И самое лучшее, чем можно сейчас заняться, это воспевать славу святого имени. И чтобы все эти люди могли услышать, может быть, даже в первый раз, услышать святое имя. Добрый вечер, хорошего настроения. Гаура Хари Бол. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Харе Кришна, Захар Прабху.
Примите мои поклоны. Спасибо вам большое за координацию служения. Вот благодаря вам трансляция идет сейчас. Вон, видите, там на той стороне улицы люди стоят, развернулись. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Мата Джелина сегодня распространяет сладкие шарики, угощения. Считается, что ни одна яги не... Как это? Не считается завершенной. Как говорится, ни одна яги не считается завершенной, если она не присоединила с раздачей просада и сопровождалась. У нас Лина, она как раз распространяет просад. Мы видим сейчас, как живо соприкасаются. Может быть, впервые в этом теле. Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Многочисленная харинама, да, как обычно можно видеть по, допустим, по субботам. И сейчас очень сильно чувствуется, насколько мы зависимы, вот эта вот взаимозависимость друг от друга, как мы служение можем поддерживать, как каждый из нас незаменим. Поэтому очень важно приходить на харинамы регулярно, чтобы поддерживать дух, чтобы проповедь продолжалась. Видим, Лина с шариками пошла проповедовать бабушкам. Они так очень внимательно наблюдали за харинамой. Видимо, у них появились какие-то вопросы. Ананта Гопа Прабу уже тяжело сдерживать свой экстаз. Вот они, солдаты армии Господа Чайтанья. Объявили войну в мае и выходят с танцами со святым именем, чтобы делиться со всеми. Знанием, это любовью, это наукой бхакти. А у нас сменилась мелодия. Мы держим свой путь дальше. Кришна, Харе, Харе. У нас тут заминка. Ананта Гоп, Прабу. Ананта Гоп. Нам нужна помощь. Харе, Рама, Харе, Рама. Рама, Рама.
Спасибо. Ты его просто сама случайно, видимо, сбила. В общем, у нас тут небольшая была техническая заминка. Продолжается. Мы идем дальше, чтобы как можно больше людей, которые можно больше людей слышал святое имя, снял видео, отправил друзьям, знакомым. Особенно сейчас наше такое непростое время. В принципе, мы живем в Кали-Югу, оно не может быть простым. Очень важно поддерживаться на духовных, позитивных штуках. На духовных, позитивных вибрациях. Кришна. Вот, видишь, он у тебя здесь зафиксировался. Вот. Сейчас я его освободил. Ну, у него же, смотри, зарядка почему-то села. Со всеми этими манипуляциями. Так, простите нам за нашу техническую заминку очередную. Техника выходит из строя. С такими, с разными сложностями можем сталкиваться в этом мире. Я сейчас не про статик, а в принципе про то, что в этом материальном мире очень много сложностей, трудностей. В принципе, этот материальный мир, он не для наслаждения создан. И в конечном итоге, да, к чему мы все должны прийти, это к тому, что Кришна. Простите, тут что-то с... Я хотела сказать одну простую вещь, что прибежище в этом материальном мире можно только найти в звуке святого имени. Именно для этого мы выходим на улицы разных городов, чтобы еще раз напоминать людям и напоминать самим себе, тоже в первую очередь о том, что святое имя – это наше единственное прибежище.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Может быть, она к нам бежит. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Сегодня вообще сложности с техникой. Спасибо, что не отключаетесь. Терпите такие неудобства. Вот вам Харинама. Вот вам преданные, которые преданы святому имени.